Всем привет, ребят! Очередной батл роллинг, не знаю какой уже там по счету. Мы на аккаунте моей подписчицы Кати и будем сейчас выбивать ей под Колю недостающих героев, каких я, честно говоря, не знаю. Аккаунт бездонатный, как я вижу. Находится в гильдии Мандарины, вот так вот. АФ20.00, Боссов21.21.30. ВК Славик Хамин. Первые места. Кидайте заявочки, вступайте. Поехали посмотрим, какие там у нее недостающие герои. Так, Рибит. Понятно. Анубис Тесса. Седна. Асура Ронин, ничего себе. Эя. Паблик. Ну, неплохо, неплохо, так недостающих хватает. Окей, давайте еще посмотрим. Что по героям? Топ, 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 топ. Да, отлично, отличные прокачки, конечно, на бездонатном аккаунте. Тыковка страдает. И все остальное более-менее терпимо. Окей, поехали. Будем пробовать трешануть. Сразу же Асура, вот так вот, недостающий герой, капитан Дрейк, Кенди, ну все, можно заканчивать роллинг. Так, бог грома, бульдозер, пошла жара. А вот склад опять не почистила. Влад Дракула. Ну, и чё? И Купидончик. Седна недостающая. Вот так вот. Ещё Влад Дракула. Да. Ну, всё по высшему разряду сделали вроде. Даже за малую сумму, в принципе. Просто жесть. Череп. Бигфут. Профессор Рибит. Не зря она целый день ждала. Сердцеедка. Рину. Варлок. Еще один Асура. Еще и Хранителя с коробочкой выбили. Короче, все по максималке получилось. Девочкам просто везет. Так, события. Собрать, собрать. Собрать. А слизни вообще, видите, героев дофига выбили. Слизни фигню. Так. Ну что, поздравляю. У тебя теперь есть. Наверное, сейчас я посмотрю еще раз. И там герои. Раю сюда выбери. Рибита сюда выбери. Так, ну тут мы ничего не выбери. Тут тоже нет. Седну получили. Бих у тебя уже был. Асура есть. Повелителя бури не выбери только. Так, ну и там заклинательница, по-моему. Ну что? Думаю, ты довольна. Целый день зря ждала. Ждала. Вот так вот, ребят. Вот такой вот у нас был первый роллинг. Побежали на второй аккаунт. Будем сейчас там смотреть, что да как. Так. Второй аккаунт Пулшот, вот так вот он называется, аккаунт Андрея.
Около 4 лет. Вот так вот играет с перерывами. Донат 345 тысяч пишет. Ну, сейчас посмотрим. Но вот новая бабка, а ну повторки. Если бабка выпадет, то талантики. Окей. Смотрим его талантик. Говорю талантик. Смотрим его аккаунт. Так, окей. Донат. Понятно все. Смотрим героя. Фрейя есть. Бигфут есть. Тыква. Ну, в общем, почти-почти вопросов нет. Тем более, если с перерывом. Герои, в принципе, неплохие. Да, неплохо, неплохо. Гильдия Вечное Пламя. Третьи места. ВК группа Вечное Пламя БЗ. БГ минималка 1400 или пропуск кик. Так, окей. Давайте посмотрим, что у него тут не хватает. Рибит. Анубис. Даже так. Тут все есть. Ну что, поехали. А их кто-то места не добавил. Так, укротитель есть. Хара ведьма. Хара сердцеедка. Рыцарь Купидон. Двойные роллинги начались. Призрачный. Призрачный атлант. Сердцеедка. Рыцарь. Так, одержимый. Смерть Сноу. Ну такое. Тесса. Дракос. Триня. Ну такое. Седна. Ну, что я могу сказать, когда у тебя большинство героев есть, тут хрен ты что-то получишь. А вот по сравнению с предыдущим аккаунтом, честно говоря, блин, реально разница есть. Да тут даже и забирать, ладно, заберем его. Утешительный приз, так как он донат, в принципе. Заберем ему. Сумочку. Вдруг сейчас отсюда огнекрыл вылетит целый. Это, конечно, шутка. С такой коробки нифига не падает практически. Так, что у нас по... Печально. Все-все печально, ребят. Так, окей. Это 500 самого, они, в принципе, ничего не решат. Та-та-та-та-та-та-та. 150. Вон два огнекрыла, это, конечно, круто. Да, блядь, вот это оно, вот это, блядь, везение, пиздец. Ну, я надеюсь, ты рад, потому что не зря, не зря. Вот так вот Анубис, недостающий герой. Просто четенько так заехал на аккаунт.
Жестячок, конечно. Так и есть у нас Анубис. Тан-та-тан-та-тан-та-тан-та-тан. Еще и с топовым талантом. Оживой. Вот так вот. Так, ну кулаки он, наверное, ставит на прокачку. Талантик он просвет, скорее всего, ему поставит, подкачает его. И будет уже дальше трешивать. В принципе, все, ребят, вот такой вот, я скажу, удачный мегаруллинг. Там выбили кучу героев на бездонатном. Тут на донатном добили одного героя, причем не с роллинга, а так. В принципе, все. Все так, как должно быть. Все, пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.